Чистяков, потеря мяча, Мелкадзе! Ну что, накажут! И есть Обухов по центру, Мелкадзе идет в обыгрыш! Гол! Гол-гол-гол! С рикошетом от Сигурдсена! А вот и перехват, а вот и Мелкадзе, а вот и есть варианты, удар и гол! В центре это Мелкадзе и получает передачу Мелкадзе. Все здорово было, и мяч-то и в игре. 1-2, гол Мелкадзе. Не остановил мяч, не зафиксировал Заслан Джанаев, хотя был первым на мяче. Прострел может получиться. Под удар Мелкадзе, Мелкадзе бьет и забивает. Пас на Обухова, вот только при таких резких переходах из обороны в атаку. Ну неужели? И здесь рикошет за Тамбов. Выходит один на один. Мелкадзе отдает передачу, и Килин в пустые ворота. Этот мяч, судя по всему, считается без положения вне игры. Сейчас назад передача, Мелкадзе, ошибка защитника, удар в дальний угол, гол! 1-1! А вот это, конечно, не самая лучшая подача, но хороший отбор, Мелкадзе!